Лучший игрок челябинского трактора получил травму. Локомотив играет против челябинцев. 35-я минута матча. И нападающий локомотива Максим Шалунов, пытаясь дотянуться до шайбы, въехал в левую ногу голкипера. Зак Фукали не смог продолжить игру и был заменен. В итоге челябинцы проиграли со счетом 5-2. Ну а что думаете по поводу ситуации, напишите в комментариях.